Композиция Жавел.
мы ненадолго останемся в малом составе. И сейчас для вас прозвучит моя авторская композиция, которая называется «Look at me». Here I am, but I use ways. Don't anything change. Our days are gone. Thank you for home. Look at me, I'm with you, and I'll always be there. You're the best man I ever had. I hope Tom hit the woods. Good time with the oldest from around the eyes. We have different ways, but you in my heart. Look at me, I'm worthy here, and I'll always be there. You're the best man I ever had.
make a little big balloon pass through the air. I hope you're well in the cabin for all the days in the ember. I don't care how you get here, just get here with you. Thank you.
pretty woman wonder where my secret lies. I'm a cute, a beautiful, a fashion on the size. When I saw the tail of it, they think I tear their eyes. I see it in the river of my house. It's bad on my ears. The thread on my stairs. The color of my leaves. Песня будет моя авторская, которую мы уже
1 апреля презентовали некоторым участникам, которые играли с нами. Сегодня вы услышите ее еще раз. Кто не слышал, надеюсь, она вам понравится. Чувствовать себя медленно, движутся кометы, обвинять не смею я тебя. Волны поднимают горы, так же сердце прыгает в груди. За тебя я готова пострадать и всю себя отдать. Кожу радостно тревожа, подсердечные скользя. У других такого быть не может, живут друг с другом люди. Джазменов мировой эпохи, это Биби Кинг, и мы хотим посвятить следующую композицию этому прекрасному человеку, собрав несколько его очень известных композиций воедино. Поэтому, если вы узнаете, что за композиция будет звучать через соло, то поаплодируйте нас, это память прекрасному человеку Биби Кингу.
него энергетика. Ну, а сейчас я передаю слово прекрасному гитаристу Павлу Штуркину. Снежана, это соло специально для вас, поэтому рекомендую послушать. That's how we always be inseparable. Just you and me, it's so wonderful to know you'll always be. The world.
That's how we live. It's a book. Lyrics about you with a sound of life. It's acceptable. Yes, we которая называется «Пташка». Она совершенно новая, мы ее будем исполнять первый раз. Все так волнуются. Особенности я. Вот. Не надо шутить, песня серьезная. Смотри вдаль. Уходит свет, пустынно на земле стало вдруг. Скажи мне, что я опять многого прошу от тебя. Помоги.
для вас, девушки. Объясняю почему. Потому что песня называется «100 дней, 100 ночей». Сейчас расскажу небольшой сюжет этой песни. Мне будет рассказываться все, что с вами может сделать мужчина за все эти 100 дней и за 100 ночей. Придумывайте сами. Если понимаете, то тогда вы уже споете сразу. Поехали! Сейчас будет развязка, смотрите. Deep on the shore down. Ну вот с этого всегда начинается все. Yeah.
следующая песня тоже будет загадкой. Мы ее, правда, уже играли. Ну, вы узнаете эту композицию. Даже две композиции однозначно узнаете. Thank you.
Yeah.
Вот, потряслись, хорошо потряслись. По крайней мере, мы уж точно потряслись. Но мы не можем, не могли, вернее, обойтись без этой прекрасной композиции. Как мы уже и говорили в анонсах, что, к сожалению, мы закрываем этот сезон, уходим на летние каникулы. Но на самом деле мы не уходим на летние каникулы, мы будем работать, потому что в сентябре у нас уже расписан график, мы будем делать для вас несколько программ. Авторские, джазовые, более современные, поэтому на каждый концерт найдется своя аудитория. Надеюсь, аудитория будет наша только расти и расти. Ну а сейчас давайте немножечко с вами поиграем. Нам нужны ваши руки. Ну, в принципе, руки достаточно. Вернее, ваши хлопки, ваша активность. И, на самом деле, запоминание ритма. Потому что ритм не такой уж и легкий, как кажется. Для меня он тяжелый, да-да-да, я это честно признаю. Поэтому смотрим внимательно на нашего прекрасного барабанщика Александра Трофимова, и он вам покажет, какой у нас будет ритм здесь. Where are the stars? This is to me.
I got a spirit in the dawn. People moan, oh, I am the brood. Just get out of spirit in the dawn. I got a spirit in the dawn. I got a spirit in the dark. People moan, oh, I am brooding. Just getting a spirit in the dark. Tell me, sister, how do you feel? Come on. Tell me, my brother, 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 how
Сергей, congrats! Ну а теперь у нас
жизни. Михаил Кручеев, труба. Улыбнись, улыбнись. Алексей Минеев, саксофон. Александр Тюлёв, рояль и клавиши. Сергей Кондратьев, бас-гитара. И Александр Трофимов, барабаны за щитом. Меня зовут Аракан, спасибо большое, мы с вами прощаемся. Следите за нашими анонсами, в сентябре увидимся. До свидания.